Друзья, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу, как подключить беспроводные наушники так, чтобы в них можно было слышать звук от игры Xbox One. На данный видос меня сподвиг вот этот вот пользователь, ему большое спасибо, поскольку именно он на стриме подтвердил, что эта фича реально работает. И давайте, собственно, начнем. Но перед тем, как я вам расскажу, как это сделать, хочу с вами поделиться эксклюзивным промокодом на онлайн-кинотеатр Окко. Просто включите приложение Окко на телефоне или на своем Xbox One и введите промокод, который у вас сейчас на экране. 602-967-47. И при помощи данного промокода вы получите один месяц подписки Optimum всего лишь за 1 рубль. Если что, в эту подписку входит множество фильмов, и есть даже фильмы, которые поддерживают Ultra HD, то есть для тех, у кого 4К телек, это будет значительным плюсом. Также все те, кто ведут данный промокод, получат еще 60% скидки на следующее продление подписки. Если что, онлайн-кинотеатр Окко доступен практически на всех устройствах, на Xbox One, на смартфонах, на телевизорах. И при помощи всего лишь одного аккаунта вы сможете подключить туда 5 устройств. В общем, вводи данный промокод, скидывай всем тем, кто тоже смотрит фильмы, и пользуйся. Считайте подписка почти даром. Итак, как подключить беспроводные наушники? Дело в том, что ваш Xbox One, к сожалению, не сможет найти ваши беспроводные наушники. Но в данном случае нам поможет смарт-телевизор, у которого есть Bluetooth. Если что, Bluetooth есть не на всех телевизорах, поэтому проверьте свой телек лично. Запускаем беспроводные наушники, чтобы они искали устройство, к которому мы будем подключаться. И запускаем настройки телевизора. Чаще всего это можно найти в настройке звука. Вывод звука и список динамиков Bluetooth. Нажимаем. И вот видите, это наши наушники. Подключаем. И все, все готово. И теперь звук, который исходит с телевизора, у нас в наушниках. Ну, давайте проверим, к примеру, Gears of War. Ну вот, послушайте. Все работает. То есть, по сути, к телевизору вы сможете подключить абсолютно любые беспроводные наушники, AirPods или какие-нибудь JBL-ки, и при этом слышать звук игры от Xbox One. Единственные минусы данного способа в том, что существует некая задержка передачи звука, и то, что при помощи данного способа вы не сможете разговаривать с вашими напарниками, поскольку наушники присоединены именно к телевизору, а не к вашему Xbox One. Чтобы уже разговаривать при помощи беспроводных наушников, я вам советую их подключать к телефону и при помощи приложения Xbox создавать команду и приглашать туда своих друзей, и тогда вы сможете через эти наушники слушать уже ваших напарников. Но минус данного способа в том, что вы потом не сможете слышать звук игры. Короче, вот такой вот лайфхак, если кто-то не знал про него, то ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свое мнение о данном способе, и большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч!